Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня я вам хочу рассказать просто о бомбовом проекте, который вышел на просторы интернета. Называется он Synergy Traffic. Сразу скажу, это букс, на котором мы можем заработать абсолютно без вложений. Но без вложений мы здесь можем заработать не просто хорошие деньги, а очень хорошие деньги. Как это все будет происходить, я вам расскажу немного позже. Сейчас я хочу сказать то, что осталось один день и... практически полтора дня для того, чтобы получить 500 бонусных поинтов. Для чего они нужны, вы узнаете позже. Но уже сейчас я вам рекомендую перейти по ссылочке под данным видео и зарегистрироваться. Итак, для того, чтобы получить именно эти 500 поинтов, поскольку это очень важно. Почему, вы узнаете дальше. Также я вам хочу сказать, то, что вероятнее всего этот букс от админов RevJob'а. На RevJob'е зарабатывали люди, я вам... как бы не соврать, скажу, 20-30-50 долларов в день без вложений. То есть абсолютно без вложений люди зарабатывали несколько месяцев десятки долларов. То есть тысячи долларов за месяц. И давайте я вам сейчас расскажу, в чем тут вообще суть. По сути, суть в том, то, что мы просматриваем сайты. Плюс здесь есть возможность купить пакет за эти 500 бонусных поинтов. Как, что, сейчас вы все узнаете. Итак, для начала нажимаем вкладочку «Регистр». Вы попадаете на поле регистрации. Здесь вы вводите свой username, то есть свой логин. Далее рабочий email, пароль, подтверждаете пароль. Пин-код для вывода средств. Далее дату рождения свою, то есть не дату, а именно год рождения. Далее выбираете, например, тут написано «Камера», значит мы выбираем камеру. И нажимаете, во-первых, галочку ставите, то, что вы соглашаетесь с условиями соглашения. И нажимаете «Регистр». Вам на указанную почту приходит письмо для активации. Вы по нему переходите и активируете свой аккаунт. Дальше мы попадаем в личный кабинет. Так, я зарегистрирован уже в данном проекте. Я сейчас авторизуюсь и покажу все преимущества данного проекта. Во-первых, здесь у нас серфинг 250-500 сатоши за просмотр одного сайта. А их здесь 50-100 сайтов. То есть можете сами посчитать. От 20 до 50 тысяч сатоши можно зарабатывать на данный момент. Плюс рефералка 100%. Плюс я вам хочу сказать то, что такие проекты, как Traffic Monsoon, такие проекты, как RevJob, это проекты, в которых люди, которые зашли первыми, построили свои команды, зарабатывали просто тысячи долларов в месяц без вложений. Сейчас есть такая же возможность. И упускать ее, опять же, если вы еще не перешли по ссылке под видео, я вам рекомендую перейти. Итак, я нажимаю логин, и мы сейчас попадем с вами в личный кабинет. Итак, при заходе в ваш личный кабинет вам покажут рекламный сайт, вы, соответственно, его просмотрите. И здесь написано выбрать Light Bulb, это, насколько я понимаю, лампочка. Нажимаем Send, то есть выбираем капчу. И дальше нас перебрасывает в личный кабинет. Мы нажимаем кнопочку Back to Dashboard. И мы находимся в личном кабинете. Итак, что же у нас здесь есть? Во-первых, это Mine Balance. Mine Balance — это начисление за просмотр кэшлинг. То есть это рекламные ссылки, за которые платят, как я уже говорил, от 250 до 500 сатош. Далее. Это Ad Balance. Ad Balance мы можем использовать для покупки рекламных пакетов. Как у меня здесь образовались деньги, я вам сейчас расскажу. Итак, далее у нас комиссионс, это начисление реферальных. У меня есть уже один реферал. Комиссионные начисляются в размере 100%. Сейчас давайте перейдем во вкладочку Earn, то есть это основной заработок для без вложений. То есть возможность заработка без вложений. Она именно заключается в просмотре ссылок. Сейчас мы перейдем. Я когда зашел, у меня было порядка 12 этих ссылок. Видите, я 2100 сатош заработал. Прогружается страничка. Итак, сейчас доступно 3 ссылки. Они постоянно обновляются. То есть можно держать этот сайт открытым и постоянно щелкать эти ссылочки. Итак, как же их просматривать? Давайте нажмем Climb. Загружается сайт. Сайт работает медленно, но это вероятнее всего, потому что сейчас огромное количество трафика. Я думаю, иностранцы уже этот сайт облюбовали. Это 100%. Даже мы сейчас глянем трафик по Алексе. И у вас есть возможность одним из первых зайти в СНГ. Это, я вам скажу, большая такая возможность.
помощью которой можно заработать неплохие деньги, построив здесь команду. Но для этого, конечно, нужно будет поработать и поприглашать людей. Итак, нам предлагают выбрать key. Key — это ключ по-английски. Нажимаем send. Если что, можете перевести сайт вот так вот правой клавишей мыши, например, перевести на русский. Это в Google Chrome. Ну, сайт работает немного медленно, поэтому уж извините, немножко будет затягиваться обзор. Но поверьте, это того стоит. Без вложений заработать неплохие деньги. Также сейчас, пока сайты прогружаются, пока все это делается, я вам скажу то, что проект платит, то есть люди уже проверили его на выплаты, несмотря на то, что здесь, по сути, предстарт еще идет. То есть проекту как минимум месяц-два точно работать. Поэтому постарайтесь за это время сделать как можно больше работы в плане построения команды. Итак, вы заработали 250 сатош, нажимаем «Close». Нас перебрасывает обратно в личный кабинет. Остались две ссылки, но они постоянно обновляются. Я сейчас сидел, было то 10, то 12. В общем, суть в том, что лучше этот сайт держать открытым, да, для того, чтобы зарабатывать эти сатошики. Ну, например, 500 сатоши — это полцента. Даже не полцента, наверное. Сейчас давайте посчитаем. 1000 сатош — это где-то 3 цента. Ну, 2,8. И, соответственно, это получается, ну, почти по центу клики. Итак, эти деньги зачислились мне на баланс, они отражаются вот здесь. Latest balance logs. Так, давайте перейдем сюда. Здесь мы видим то, что мы просмотрели. Также видим транзакции, зачисленные от ваших рефералов. То есть вот это мой реферал, 100% рефералка. Далее, вот здесь в разделе commissions мы видим зачисление от рефералов. Опять же, страничка прогружается, но давайте я на паузу нажму. Итак, вот логи баланса. Соответственно, вот кэшлинк — это просто мои просмотры. Далее просмотры моего реферала. И давайте я вам сейчас расскажу, что делать с 500 бонусными поинтами, которые вам дают за регистрацию. Мы переходим в раздел Summary. Далее, у вас здесь в разделе Synergy Point будет 500 поинтов. Их можно обменять на, во-первых, апгрейд. То есть, во-первых, ну, их нужно обменять на add balance. То есть с add balance у нас будут происходить все операции. Для этого мы переходим во вкладочку Money. Вкладочка Money. Соответственно, мы ее нажимаем. Нажимаем Deposit Transfers. Здесь нажимаем Synergy Points. У вас будет 500 поинтов. Вы их сюда вводите. У меня их сейчас на данный момент нету. И нажимаете Deposit Transfers. Они переведутся к вам на Add Balance. Далее, с Add Balance здесь у вас будет 2 миллиона 500 тысяч сатош. Нажимаете Upgrade. Здесь, как видите, Upgrade есть на 30 дней, на 90, на 180 и на 360. У вас будет 2,5 миллиона сатош. Можно будет сделать Upgrade на 1 месяц за 900 тысяч сатош. Нажимаете Pay via Add Balance. И приобретаете апгрейд. Апгрейд нужен для приобретения пакетов. Для чего нужны пакеты? Итак, переходим в раздел Synergy Sharing, Synergy Packs. И здесь мы видим то, что пакет дает нам 500 кликов по вашей реферальной ссылке, 25 просмотров баннера, 25 просмотров баннера 125 на 125 и 120% прибыли. Как вы видели, на балансе от пак у нас осталось 1 600 000 сатош. То есть эти деньги можно заработать либо приглашая рефералов и зарабатывая комиссионные, либо кликать ссылочки самому и заработать 900 000 сатош. И мы можем купить этот отпак. Для того, чтобы с отпака начислялись деньги, мы переходим в Synergy Sharing. Здесь серф, просматриваем 12 или 10 ссылок в серфинге. И, соответственно, деньги с отпака начисляются ежедневно, то есть определенный процент. Далее, в разделе Referrals, здесь мы можем найти Tools, это инструменты для привлечения рефералов. Здесь есть реферальная ссылочка, также есть баннеры. Можете их размещать на своем блоге, на различных других площадках, которые у вас имеются, и, соответственно, привлекать рефералов.
Опять же, напомню вам, 100% рефералка. Если вам интересно в математическом подсчете посчитать, сколько могут приносить рефералы, давайте откроем калькулятор и предположим то, что у вас будет 500 рефералов. 500 рефералов, которые будут приносить каждый день, если ревка 100%, будут приносить пускай 20 тысяч сатоши. Умножаем на 20 тысяч, получаем 10 миллионов сатоши. И это нереальные цифры на самом деле, но с учетом того, что вероятнее всего этот букс от админа RefJob, здесь вполне возможно зарабатывать такие деньги. Опять же, ссылочка в описании. Хотите попробовать, хотите начать зарабатывать? Пожалуйста, регистрируйтесь, начинайте привлекать рефералов через буксы, через свои сервисы, предлагайте знакомым, друзьям и так далее. И начинайте зарабатывать. Сколько эта тема продержится? На самом деле я не знаю. Может быть месяц, может быть два. Если что-то непонятно, пишите мне ВКонтакте. Все расскажу, помогу чем смогу. То есть если 900 тысяч сатоши вы заработаете, добавляйте их в Wattpack. Все это делается через раздел Money. Депозит Transfers, переводите на AdBalance, покупаете пакет. Плюс у вас еще с пакета будет пассив капать. Откуда деньги? Деньги будут появляться от того, что за рубежом эта тема будет 100 пудов актуальна, и люди будут покупать эти пакеты. Как и в Traffic Monsoon, как и в RefJob, все эти деньги будут идти вот от этих пакетов. Сколько, опять же, тема продержится, неизвестно. Давайте еще одну тему посмотрим. Перейдем на Alexa. Трафик посмотрим. Трафик у нас Россия, Индия, United States, Индонезия, Бразилия. Но, в принципе, как было и в Traffic Monsoon, но в Traffic Monsoon Индия занимала первое место. График по Alexa просто взлетает. Так что не теряйте времени, регистрируйтесь, стройте команду. Будут еще видео по-любому по этому проекту. Будем выводить средства, проверять на платежеспособность. И остальные фишечки, которые буду узнавать, буду вам рассказывать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем всего доброго. Пока-пока.